Всем привет, уважаемые друзья, вы на канале X-Ray OK Gaming, с вами Витя. И я предлагаю совместно посмотреть гранд-финал турнира Console Combat Online по Mortal Kombat 11 среди игроков Северной Америки. Итак, у нас в финале Simich и Combat. Simich из верхней сетки виннеров, а Combat из сетки лузеров. Simich играет на Джеки Брикс. Достаточно, по-моему, все игры он играл на Джеки. Лишь один раз пикнул Кейси против Ацтека. Ну а Combat играет за многих персонажей. Играет за Джонни Кейджа, Гераса, Рейдене, и вот сейчас пикнул Бараку. Что ж, интересный финал нас ожидает. Барака против Джеки. Напоминаю, что Combat из лузеров, и для победы в этом финале нужно 6 раз одержать верх над Джеки Симиджа. Итак, у нас достаточно равная борьба, нет ни у кого преимущества. Небольшой лайфлид у Джеки, но это все поправимо. У Бараки очень большой камбэк потенциал. Это нужно учитывать, безусловно, особенно против мародера. Вот, осталось совсем немного жизней у Комбата, но всегда есть шанс закомбить и закамбэчить в этом раунде. Итак, бросок. Так, ой, налетает сейчас Симич и забирает раунд. Очень больные комбы у Бараки. Буквально с любого конферма может снимать почти, ну, не половину, так треть шкалы здоровья. Ну а Джеки известна тем, что может снимать здоровье с помощью Unbreakable Combo, используя шрапнель. Ну, посмотрим. Ой, чистый блок сейчас в исполнении Комбата. Выходит на комбу. Ой, это будет больная комба, использует Crash and Blow. Сейчас Combat, отличная игра. Но нет сейчас метра, чтобы закомбить еще раз. И нужно как-то разводить сейчас Combat. Но в то же время есть Fatal Blow. Один конферм от Симиджа, и победу он заберет в этом матче. Ой, боже мой, сейчас Джампин как залетел, и это 1-0 в пользу Симиджа. Ой, какой сейчас момент был. Сейчас, по сути, Combat увеличил свой хитбокс своего персонажа, используя эти лезвия-проджектайлы. И за счет как раз-таки этого Симич и смог долететь до своего оппонента. 1-0 в пользу Симиджа. Осталось победить еще два раза. Да, очень... Сейчас была плотная борьба. И посмотрим, Combat сменит ли персонажа. Да, выбирает Рейдена. Интересно, насколько Рейден лучше зайдет, чем Барака. Но мы все знаем, что у Combat хороший Рейден. И опять же, мало кто за него играет. И это тоже может сыграть свою... роль. Ну, поехали, у нас второй матч. Так, снова выходит на комбу сейчас Симич. 279. Так, отлично сейчас перебивает Combat своего оппонента. Загоняет в угол. Так, бросок. Не стал пытаться рвать Симич. Все правильно делал, потому что у Рейдена есть Crash and Blow на переднем броске. Так, оверхед. Будет ли еще один оверхед? Нет, не было. Для Crash and Blow. Так, тычет, тычет. Много тычек в блок. Уважаю друг друга оппоненты, все четко. Так. Ой, какая ошибка сейчас была. Симич же, безусловно, не хотел использовать Breakaway. Ой, это комба, и это... конец, да? Да, забирает раунд
Джеки Брикс, о чем я и говорил, да? Нельзя было порвать комбу комбату, и ничего, по сути, он не смог сделать в этом моменте. Так, отличный конферм сейчас. Это комба. Ой-ой-ой, какой сейчас момент! Крашен Блоу достиг своей цели, несмотря на то, что вифнул Рейден. Может быть, это был сетап, кстати. Симидж чем-то полез, что-то хотел сделать. Может, бэкдэш, может, поку. Но Крашен Блоу залетел. И есть большое достаточно преимущество у комбата. Должен забирать победу в этом раунде. Но нет, налетает сейчас Симидж. И была возможность сейчас закомбить, но почему-то вифнул удар. И Рейден, тем не менее, забирает победу в этом раунде. И у нас финальный раунд. Так, бросок. Засиделся в блоке Симидж. Комбат словно сказал то, что слишком часто сидишь в блоке, я буду делать броски. Так, достаточно равная ситуация по здоровью. Одинаковый достаточно лайфлит. И отзонивается. Кидает эти проджектайлы. Ой, как сейчас вифает. Комбат, интересная комба от Симиджа. Так, сейфово. Ой-ой-ой, рискнул сейчас с помощью буревестника. И Симидж угадал. О, тем не менее, Рейден выходит на комбу и не использует брейкэвэй. Симидж дает возможность сделать полную комбу к комбату. И будет достаточно равная ситуация. Даже небольшой перевес с помощью, ну, в пользу здоровья комбата. И опять налетает Симидж. Снова, прямо дежавю. Комбат выстреливает, использует какие-то проджектайлы, а Симидж просто перелетает сверху и наказывает. Эти пострельцы 2-0. Становится счет. Достаточно комфортный для Симиджа. Ну а для комбата ситуация становится патовой. И на последний бой, потенциальный третий бой, нужно как следует подойти к выбору персонажа. У нас Барака будет. Неужели Бон Пикер? Нет, остается на Рейдене комбат. Ну, пожалуй, соглашусь, что Рейден получается получше, нежели Барака. Ну, хотя по матчапу я все-таки склоняюсь к тому, что Барака будет поинтереснее против Джеки. Ну да ладно. У комбата лучше поставлен Рейден. И посмотрим, чем запомнится нам этот персонаж. Поехали. Джукс в комментариях пишет. Хорошо, Симидж поддерживает Джеки Плеера, сам играет на Джеки. Ну да, Симидж показывает очень четкую, грамотную игру. Ой, отличный рид сейчас от комбата. Прочитал ролл, сделал бросок. Загоняет в угол Джеки Брикс. Так, бросок из угла грамотно от Симиджа, но не пытался даже рвать комбат. Так, таки отличный чистый блок. Поторопился с апперкотом, возможно, ждал брейкэвэй от Симиджа. Так, супермен панч. Отлично сейчас залетает после шрапнели, наказывает джебом. Комбат, отличный конферм. И это комба, больная комба, надо завершать раунд. Ой-ой-ой, дропает комбу. И это возможный шанс для Симиджа сейчас забрать победу в этом раунде. О боже, останется совсем мало жизни. Как же нервно. Ой-ой-ой, забирает. Нет, вифает, дропает. О боже мой. Забирает, тем не менее, раунд Симидж. И этот торнамент поинт для него. Да, вот это момент. Сейчас просто на нервике сыграли оппоненты. Ой, супермен панч сейчас залетел. Так, бросок, отличные теки показывает комбат. Так, чистый блок. Так, неплохо. Ой, съедает комбу, возможно, ждал бросок сейчас Симидж. Но бросок последовал в итоге. Также сейчас идет комбат. Боже, какие гиммики. Так, тычет в блок. Респектит друг друга оппоненты.
Так, останется совсем мало жизни. Нету сейчас возможности порвать комбу. Ой, дропает комбу, сейчас комбат. И, ой, использует брейкэвэй. И один, одна возможность, один конферм может забрать победу Симиш в этом матче. И вот он, да, забирает. Все-таки Шрапнель достигла своей цели. И Симиш конфермит комбу, забирает победу в этом матче. А вместе с ним забирает победу и в турнире. Ни разу не проиграв по сетке виноров. Симидж. Браво. Отличную игру показал на Джеки. Поздравляем Симиджа с этой победой. Он становится чемпионом турнира CGL Северной Америки. Вот такой вот был гранд-финал. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал, группу ВКонтакте, канал Дискорда. Следите за новостями. Я планирую делать обзоры на остальные турниры. Не только финалы, будут и матчи, и целиковые турниры, если зайдет данный формат. Ну, а с вами был Витязь. Всем пока и до новых встреч. И все будет окей.